если долго ковыряться, то ужина можно и не дождаться. И у нас сегодня будет поздний. Ну и что? Мы ложимся не рано. Точно. Будьте здоровы. Ну, правда. Получше обмазывать горчичкой, чтобы кожица была такая прям вкусненькая-вкусненькая. Голос за кадром. Опа! На! Ну и все. Господи. Проще не придумаешь. Будь здорова. Не жизнь, а малина, да, Васенька? Как же хорошо на солнышке. И как же прекрасно, скажи, греется. Красота. Мы с Васенькой загораем. Да, Васенька? Идем у штатки. Загорает, Васенька. Загорает. И загорает, Васенька, загорает. Вот так, вот так, вот так еще скажи. Вот как хорошо. Вот, правильно, солнышко, витаминчик D. Не мешай, скажи, хозяйка, кайфовать мне. Заехали в магазин, где продают корма для животных. Вот, мы хотим купить мешок пшеницы. Будем делать пшеничную водку. Нет, водка неправильно. Пшеничную самогонку. Я даже не знаю, как это. Хлебную. Во, хлебную водку. Вот. Вспомнила. Вот. Мешок пшеницы стоит 750 рублей. А в мешке сколько килограмм пшеницы? 40 килограмм. 40 килограмм пшеницы 750 рублей. Посмотреть. Да. Можно? Можно придать, чтобы к мешку взять уточек. Да. Где они? Боженьки, какие классные. Ой, не бойтесь, не бойтесь. Ой, не бойтесь, не бойтесь. Ой-ой-ой-ой-ой, какие желтенькие. Хорошенькие. Ну, понятно. И вот здесь вот такие тоже. Сколько стоит? 250. 250 одна штука, да? Да. А большие вырастают? Они... Двух месяцев уже начинается 2 килограмм. Они бройлерные. Они мулазы. А их 3 месяца держат, и уже все, от 2 до 4-5 килограмм. А можно их держать вместо газонокосилки, чтобы они это... Это они будут. Сейчас нет, через неделю. Если отпустите, они через 2-3 дня ваши это такое будет трава. Ровно. Да. Они любят этого. Но они же будут убегать, им же, ну... У вас загород есть уже, наверное? Не, конечно. Ну, такой загород, что они убегут. Какой загород? Ну, имеется в виду, что большие дырки. Ну, там сетка ставится, и все. Сетка ставите, и все. Ну, понятно, еще сетку. Сетка капроновая поставили. Ну, сейчас в данное время... А, ну, они и тут такие же, да? А? Вот это, вы как думаете, сколько возраста? Сколько? Неделя. Боженьки, такие все в кучку. Маленькие. А на 2 недели у меня было такие на 2. Ну понятно. Утки, да, это? Так, ребята, одеваемся. Поехали. Рота! Рота, подъем! Забирай своих желтых детей, да? Они белые были! Ну я поняла. Все, мы передумали. Они едят все. И ту, и тоже. Ту и тоже едят. Да. Вот эту не будем запускать. Ну, да нет, просто вообще не будем запускать. Все, до свидания. И так каждый день. До новых встреч. Выезжаю с глобуса, да? Так, в общем, наши закупки. Немного молока, сметаны, рыбы. Хека взяла. Больше 2 килограмм, наверное, точно. Яйца.
и 45 килограмм сахара. Будем делать сахарную брагу. И получать спирт. Почему сахарную? Мы же говорили с тобой про то, что мы будем делать хлебную водку. Еще пища и хлеб. Еще и виски. Еще и виски. Виски уже, кстати, готов. Ох, напьемся. Ох, напьемся. Напьемся, блин. Упьемся. Пшеница, сахар. Вода. Немного времени. Хорошо, багажник большой. Красительно. А что, говорит, ягоды уже пошли, нет? Слушай, это все для самогона, да, варенья, а это просто чуть-чуть закуски. Это закуски чуть-чуть, да. Молоко, сметана. Кстати, сахар подорожал ужасно. Да, кстати говоря, по 40... По 45 рублей, по 46. А был по 30. По 31, по 29. Ну вот. А сейчас в сезон варенья так вообще. Ну, не знаю, а какое варенье-то? Какое варенье? Самогонщики все испортили. Точно, точно. Вышли мы из Касторамы. Пили соль тут для... Для чего это? Для нашей это, системы очистки воды. Вот. И что здесь? И здесь работа. Вот, взяла этот пеноцид от пилильщиков. Надо вот эти елочки, которые у нас за воротами растут, побрызгать. В общем, пройтись. Полный багажник. Полный багажник. Андрюше подготавливаем рабочий инструмент. Сейчас Андрюша пойдет косить, и я хочу его дать ему задание, чтобы он пока это побелил эти яблоньки. У меня тут, видите, сколько работает. С утра уже кое-какую еще обрезку сделала. Все никак кучи не соберу, но сейчас будем работать. Телегами. Так, земля, удобрение. Цветы пересаживать. Хочешь? Ну, наверное. Если не сегодня, то завтра утром. Точно. Сегодня что? Нет, сейчас начнем. Музычку надо вынести. Куда тебя поставить? Ты знаешь, нет. Где-то вот там. Где же? Где люк? Ну, где люк можно поставить? Не на террасе. Сейчас. Что, друзья, первый день хорошая погода. После, потому что на празднике все было не очень хорошо. Первый день сегодня как вылезло солнышко. Вот, надо собрать те кучи, которые я уже до этого сделала. Сегодня как залезло, давай все обстригать. Сосны туда, сюда, в общем, работы полно. Так, сейчас я. Как вы мне подсказали, это все не выбрасывать, это все очень хорошо пойдет на подкормку для гортензий. Вот, а я и не выбрасываю, просто складываю кучку для перегноя, а потом. Все это возьму, там туи, трава, в общем, все. Я не знаю, сколько мы уже тележек вывезли с участка вот этого всего, и похоже, что ни конца, ни края этому нет.
несколько обрезков. Все внутри почистила. Надо теперь опрыскать от всякой гадости. Уже почти тележка. Ой, боже! Это из-под можжевельников я тут обрезала, чистила. Вот только недавно убирались, и уже убирались несколько раз, но все равно вот сколько всего тут. Я, наверное, сейчас вот этот весь мусор соберу, и все-таки надо это пройтись этих отпилильщиков, побрызгать сосны и ели, которые за там у нас за дорогой, за забором, за дорогой, который Андрей высаживал там дополнительно еще. Фух. Так. Вторая тележка. Поехали. Сразу полоснем эту грязь. Такая явная. Так. Почему? Почему? Он перегнулся. Ну, завтра еще точно будет хорошая погода. А там показывают ливни с, ну, слава богу, без снега. Проходите. Так, а вы не пройдете, разворачивайтесь налево. Вот, пока. Да. Мягче. Так, здесь обрезки роз. Гортензии. Зачем сжигать все в кучу? Жечь еще. Это не про нас. Вот. Андрюша мне помогает. Смотрите. Косит травку. Мам, ау! Мы тут стоял очень будет. Ну ты хотя бы там. Ну ты плохо, там кое-где не доделал. Это падает, что это ручной. Нет, вот там вот еще. Так, здесь точно, наверное, будет пару тележек. Ой, господи. Дожди тут пролили все 10 раз. Так, телега номер 3. Тележка номер 4. Пятая тележка готова.
Андрюша молодец, помогает. Косит травку. Выкинуть. Так, травы немного. Травы, говорю, немного. Чем ты начинаешь косить, если травы немного? А чем чаще ты косишь траву, тем она лучше. Там косил? Нет, еще. Давай. И туда, ну, и все, и туда принесешь косилку, я там докошу. Так, то, что я помыла, наверное, вот отсюда я вытащила. Сейчас надо отсюда выбирать вот это все. Ну, не везде прям надо четко, много. Так, хотя бы слегка. Здесь, наверное, я делаю лучше красиво как-то. Здесь, наверное, тоже. Я делала уже, все-таки я делала, здесь я делала. И здесь, наверное. О. И заодно травушку убираем. Фитнес закончен. Фитнес только начинается. А что, ты хочешь еще делать? Нет, я оборвала эту штуку. Ну, хватит на сегодня. Все, на сегодня хватит, весь уже вон, весь вот он. Там мухи, там эти мошка. Не-не-не, достаточно. Ты понимаешь, уже под вечер их нельзя их потрогать. А я тоже сейчас цветы я уже не буду пересаживать, что они сейчас будут кусаться. Будут вас кусать, будете обижать. Да, точно. Так, немножечко. Ну, из этой штуки там делать нечего, реально. Там косилка не пройдешь. Если понимаешь, что там сколько там одуванчиков, это реально будет потом. Если вовремя там это... Так, ну что, моем? Технику? Технику моем. Где? Косилка-то, кстати. Хорошо было бы, если бы Андрюша вот выдвинуть мусор, чтобы он собрал здесь. Какой? Завтра. Сейчас мухи покусают его, он вообще потом не пойдет.
Куда я косилку-то дела? Где я косилку потеряла? Где я косилку потеряла? Практически чистая. Практически чистая. Ну, я смою. Она сейчас сюда пойдет, в эти туи. Да, это инверка, она такая там, да? Ну, уже, наверное, это... Ничего не вечно. Вася, мы тебя застали на месте преступления. Да. Валяется. Ты посмотри на него, а? Вот так вот бабушка гуляет вокруг дома, а Вася как сторожевой пес вокруг. Не вокруг, а рядом с бабушкой все время. Ну, взял, вывалился. Повалялся, теперь сидишь. Как ни в чем не бывало, да? Ага. Вот, надо. Завтра, наверное, с утра буду пересаживать. Может, и не буду. Но их, может, и не стоит даже трогать, я даже не знаю. А... Но вот эти убрать, подвесные штуки. Потому что я прочитала, что гортензию, гортензии, какой гортензии, у меня уже одни гортензии на уме, это герани, не нужно, большой горшок не нужен. Это нужен большой горшок петунии. Вот. Но они как-то очень куца тогда смотрятся. Надо их на окно тогда будет выставлять. Ну ладно, посмотрим. Это герань. Это герань. Герань пилар, как-то на П называется, но это герань. Только есть домашняя герань, а есть, которая для улицы подходит. Но это одно и то же. Она... Если я вам листик дам, вы унюхаете. Герань, она, ее ни с чем не спутаешь. Иди, засранец. Так, ну все, на сегодня хватит. Конечно. Как говорится, работа работой, а обед должен быть по расписанию. Ужин. У нас обедов не бывает, у нас обед ужин в одном этом флаконе. Так, я сейчас хочу... Так, капусточка квашеная. У нас в мае, по-моему, вообще никогда капусты квашеной не было. Чтоб оставалось. Ну, мы столько не делали никогда. Мы столько никогда не делали, столько не ели. Я не сильно много, наверное, хватит. Еще не жалей тогда. Уже раз пошла такая, да? Конечно. Такая пьянка пошла. А пьянка, пьянка. Пьянка, 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 ёпка. Наработались. Так, и покосили. Что сейчас? Покосили, поработали. Я просто все ты помыла? Делала. Конечно. Умничка. Слава Богу. Ну и давай. Еще. Все очень быстро. Давай, давай. Потому что вот так вот сейчас. Вот так вот. Так вот. Сильно много солить снизу не надо, потому что внизу есть... Капусточка, да? Мы на нее положим. Все это будем запекать. Нет, солить. Ну, сейчас знаешь нужно. Как? Я снизу именно, чтобы не. Капуста не соленая. Ну, капуста, да, она не соленая. Она квашеная. Так, сейчас просолимся быстро. Прям здесь не стесняемся. Чем быстрее, тем вкуснее. Потому что если тут ковыряться, то ужина можно и не дождаться. Видишь, как стихами прочитать. Ну-ка еще раз расскажи. Если долго ковыряться, то ужина можно и не дождаться. Так что это... Поторапливайся. Торопися. Торопися. Прям... Я люблю вот эти вот они. Тут и мясо, тут и сало. Мы никогда их не варим. Не... Это вообще никогда в жизни не дождешься ты вкусных ножек. Если вот, знаешь, без замачивания, вываривания, все это такой процесс очень утомительный. И бесполезный.
Вообще не вижу в этом никакого смысла. Так, чуть-чуть сейчас. И это называется, знаете, не то, что рецепт ты снимаешь, а ты снимаешь жизнь, как оно есть, во все стороны, когда все летит. Ну, пускай летит. Зато через 5 минут ножки уже будут стоять там, где они должны стоять. Сколько ты их будешь запекать, я забыл? 2 часа буду запекать. 2 часа? Да. Так, а времени у нас сейчас 18:30. Уже? Да. Ну, я же говорю, надо спешить. И у нас сегодня будет поздний ужин. Ах. Ну и что? Мы ложимся не рано. Точно. Будьте здоровы. Ну, правда. Получше обмазывать горчичкой, чтобы кожица была такая прям вкусненькая-вкусненькая. Голос за кадром. Ой. Подтверждаешь. Это перец, перец. Ты подтверждаешь, что я говорю правду. Правду, правду говоришь, ну блин, я же не могу все время чихать. То есть наперчило так. Все. Все? Вот и весь ужин, да? Вот и весь ужин. Подожди, а было 5? 4 было? 4, не знаю. А, это на прилавке было 5, а я купил 4, думаю, хватит. Ну. Хватит, хватит. Так, ну и все, и теперь вот это все мы... заделываем как-нибудь вот эту плёночку. Давай, давай подержим. Вот так вот разрежем сейчас ее с тобой. Давай. Давай. Просто веди так. Ага. Поехали, поехали. Поехали. Все. Раз, два. Так, где мы тут? Василий, просто стола, ну ладно. А ты сейчас накрой пока, а потом возьмем эту штуку и тебе помогу. А зачем? Вот смотрите, здесь все, как можно справиться самому. Даже... Раз, надо просто тряпочку, чтобы... Вот видишь, чтобы... все-таки надо же тряпочку-то. Тряпочку надо. Давай. Теперь вот так вот раз делаем. А там делаем, ничего страшного. Там. Так, сюда. Пакет для запекания, только я так и заворачиваю, обворачиваю. Все, тут тебе и гарнир, и основное. 5 минут. Вуаля. Опа. На. Ну и все. Господи. Проще не придумаешь. Будь здорова. Слушай, перец-то он такой настоящий, видать. Это забористый. Забористый. Ага. Все. Ну все, убираем. Все лишнее убираем. Все лишнее убираем. Будем действовать дальше. Будем, да, действовать дальше. Правильно говоришь. И ужин готов. Слушай, быстро как-то получилось. Так, вот, ты знаешь, есть не хотелось до этого, а сейчас вот смотрю на все это. Все в одну, и цены. Смотри, косточки там отделились. Сейчас, мы сейчас все отделились, ну да. Вообще посмотри. Все элементарно, не надо ничего варить, замачивать, все вкусненько. Здесь приготовилась капусточка. Приготовила, ну понятно, и так видно, не доставая, не трогая ее, пускай же там доходит. Все, у меня будет. Очень удачный момент. Андрею позвонили, а я вот такая быстрее ножичек. А ты быстрее кормилочку. Уже, а ты уже быстрее пробуешь, да? Сейчас поужинаем, да, поужинаем, еще на завтрашний ужин, на послезавтрашний завтрак останется, это не на один раз. Слушай, вот реально, до этого не хотелось есть, как только ты достала, вот прям все, ну время 9 часов вечера. Ну мы поздно что-то, мы припозднились. Ну, ничего страшного. Ничего. Ой. Я уж извиняюсь. Давай. Что я ем, а ты нет.
Хорошо, что камера в обратную сторону не передает, как слюни бегут, и я их подтираю. Просто... Нет, просто попробуй капусточку. Белиси. Пошли. Все, пошли. Все, дорогие друзья, всем пока-пока. И до новых встреч на канале Андрей Соленый. Пока-пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ставьте лайки. Колокольчики не забывайте. Там, что там обычно? Что там обычно делают в этом? Все.